И он умер на операции, но сейчас все-таки доказывают, что стал. А там вот посмотрите на той стеночке, посмотрите, какие Осипенко, там Серов, Чкалов, Крупская жена Ленина, Ульянова его сестра, Максим Горький, писатель, Киров, целая, которая принесли из нее литературу. Дзержинский железный рыцарь говорит. Теперь я самое главное. Нет, давай так смотри. Надо поставить его память. Думщик. Нет, Дзержинский. Да. Ангелов, который мы все с вами хорошо помним. Калинин, всесоюзная староста. Вот любит или не любит Сталина. Я не знаю, можно по цветам судить? Вот у него всегда. Вот приходите, а в день рождения очень верите. Вот здесь столько цветов. Весь медальный комплекс. Да. Весь медальный комплекс. Всем достаются цветы. Он умер в 53-м году. И грабы в 54-м году. И его тело забальзамировали. Он чужой. Никто там не Наша история, ее нельзя переделать, нельзя вырвать что-то. Можно, конечно, потом все равно придется вставлять Попова себе Павлович, который послал первого человека в космос, Стасу Елена Дмитриевна, личный секретарь Ленина, маршал Малиновский, Комаров, который... Так, 8, 15. Сколько же метров эта стена, около которой мы идем, ребят? Баская башня. Простите, сейчас быстро пойдем. Я как заговорюсь, уже не могу остановиться. Простите меня. Баская башня. Ой, простите, сейчас быстро пойдем. Я как заговорюсь, уже не могу остановиться. Простите меня. Ну, предположим, урну с прахом, да? Взял и перенес. А как же те, которые с 24-го года здесь вот лежат? Не знаю. Трудно сказать, и как это будет тоже. Но пока все как есть. Как есть, так вот мы с вами сегодня посмотрели. А что еще можно сказать? За стенами Московского Кремля мы с вами видим здание, построенное Казаковым Матвеем.